«И пусть из искры разгорится пламя» – таков девиз этих танцоров, которые в столь юном возрасте уже показывают высокие результаты. Доказательство тому – многочисленные награды. На почетном месте – диплом победителя телевизионного конкурса «Скрипичный ключ». В нем ребята участвовали в прошлом году. От этого опыта они до сих пор под впечатлением. «Было безумно весело. То есть было с кем соревноваться в тот момент. Было очень много зрителей и коллективов, да, тоже. Но достаточно было тяжело вот это подняться и вот отработать все вот эти элементы, показать зрителям. Ну вот получилось все хорошо». 4 года назад в хореографической студии «Искорка» сменился руководитель. Сегодня с танцорами работает Александр Белоусов, педагог с многолетним стажем. Основной упор он делает на народно-сценический танец. Здесь тренируются дети всех возрастов. Самая младшая группа – 3 года, самая старшая – 16 лет. Всего 120 ребят. У Александра особый подход к процессу обучения. Репетиции проходят достаточно жестко. Поблажек и жалости не получает никто. Дисциплина на первом месте. Могу и кнутом, а могу и, вы это просто не видите, могу и пряником, и могу и дать им импровизировать, просто включить вот музыку. И говорю, импровизируйте, танцуйте вот как хотите. То есть это мое. А дети не обижаются на них? Дети у меня нет, на меня дети не обижаются. Я детей люблю сердцем. Если вы сердцем детей не любите, с ними не надо работать. В прошлом году на конкурсе коллектив «Искорка» выступал с 5 номерами. Танец «Ручеек» в исполнении старшей группы стал призером. Столько же номеров ребята намерены продемонстрировать жюри и в этом году. Готовят несколько новинок, ставят танцы специально для «Скрипичного ключа». Один из них – финский. Мне кажется, что результат будет хороший, номер мне нравится и дался легко. А чем больше всего вот вам, молодой человек, нравится он? Ну, мне он очень нравится, этот танец, потому что он смешной, веселый. Этот танец, он очень красивый, мне кажется, мы с ним займем первое место. Выиграть ребятам хочется, но, по мнению преподавателя, первые места не главное. Важен бесценный опыт, который участники получают на подобных конкурсах. Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».